Так, ну что, всем доброе утро, зрители, подписчики канала на YouTube. Доброе солнечное утро, да, у нас сегодня. Не знаю, на, по градусу на солнце показывают плюс 5, а так минус 2, где-то, Сереж, по телефону. Плюс 5. А? 0 на капле. А тебе самая большая ложка досталась? Я люблю так. У папы маленькая ложка. У меня сегодня завтрак яйцо. Два яйца. Глаза и... Да. Завтра на диету хватит жрать. А детки на складе сказали, что с Вероникой будет кашу. Ну и Сережа, соответственно, тоже есть каша. Вот с Илюшкой по яйцу. Садись себе. У мамы два, а у нас... Овсянка, да? Да, у нас много овсянки. Овсянки. Так, ну все, ладно, мы завтракаем. Поменьше ложечку, знаешь. Такой будешь пить? Ну такой хочешь, ты большой. Не то, что ты с маленькой сидишь, издеваешься. Завтракаем. Ну что ты делаешь с Мусей? Нашел? Не нашел? Вероник, положи Мусю. Моя. Ну так ты скоти же болится. Ну она больно, я вверх не делала, как бы. Да. Так, давай, садись. Давай. Будем заплетаться. Отпусти Мусю. Я ж Мусю заплетать не буду. Садимся на стульчик. Вадик, подай нам, пожалуйста, эти резинки. Не, мое. Резинки наши. Не надо. Ну, дочь, ну что я тебе заплету? Не надо. Ну что, это не те, Вадик, не те. Он там в синем стаканчике подай. Не надо. Ну, дочь, ну что я тебе на резинке заплету на твоей голове? Не могу понять. Хочу, я не хочу. Ну, дочь, ну ты самая красивая у меня. Отпусти Мусю. Отпусти Мусю. Нет. Ну видишь, она все тебя поцарапает. Она все тебя поцарапает, дочь. Так. Ну что, с горем пополам мы заплели нашу голову. Это просто что-то на грани фантастики. А за что нам вот кегли мне купили? Ну не помню, Илья. Это на праздник, какой вам дарили, наверное, кегли. Красавица, повернись к нам. А у нас скоро будет лопашка. Скоро, еще не скоро, дайте ее. Ладно, сел собирать мама, пазл. Мама, резиночка. А? А, еще одна резиночка? Посмотрите, какие у нас сосульки. Сосульки? Кому твои сосульки интересны? Да, на балконе сосулька у нас такая висит. Огромная. Собирайте. Сережа пошел у нас до банка. Мама, у нас уже... Надо положить деньги на карту. Да, наконец-то! Я нашел эту деталь, но еще где-то. А где наша Вероника? Не знаю. Я тоже не знаю, что не поняла. Вероника, где дочь? А, ты там? Красавица наша, ходишь. Что тут у нас? Такая у нас сборная солянка здесь лежит. Это все, что пока собрал? Да. Ты помогаешь Ладику? Да, мне еще детали помогают. Ну, смотри, сразу, вот вам надпись сразу. Можно уже что-то собрать. Видишь буковки, чтобы уже хоть кусочками какими-то. Так, Лель, не надо, не трогай. Вот тут уже, видишь, там надпись. Может, если начинается один, посмотрите, по картинке где-то написано, и уже чтобы пока буквы все лежат в одной этой. Вот точно, буквы. Чтобы не искать одну, грубо говоря, какую-то. А где видите примерные, те и собираете сразу. Что подходит. Потом уже будете все это соединять кусками. А я пошла готовить суп. Самое интересное, сейчас только что разговаривала с подружкой по телефону. Она говорит, какой суп готовишь? И я говорю, честно говорю, не знаю. Пока у меня варится только бульон. Почистила картошку. А. Посудку? Конечно, играй. Конечно, моя хорошая, играй. Пока только варится бульон, почищена картошка. А что я буду готовить, я еще не решила. Может быть, сейчас какой-нибудь, не знаю, хочешь какой-нибудь суп-пюре сейчас сделаю, посмотрим, короче. Ну что ты, хозяюшка, все приготовила? Не все? Еще пойдешь готовить? Молодец, умница. У нас Вероника там готовит. У меня варится суп. Сейчас добавила картошку в бульон, мясо выложила. Ты тоже варится суп, мясо выложила? Сейчас буду разделывать его. Короче, готовлю, не знаю, что я готовлю сама. Сейчас у меня обжаривается лук и цветная капуста на сливочном масле. Так, ну что у нас? Что ты, Илья, сидишь? Ничего. Ничего. Сережа сидит, оплачивает счета за свет. Ха. Присчитывает все. Здорово получилось. Пришел нам долг.
за тот месяц, хотя у нас все оплачено, почему квитанция не пришла. Свет, который у нас горит. Теперь придется идти разбираться. Квитанция-то есть, ну, у нас там чек, что оплачено, есть-то. Я просто помню, когда Людина это разбирался и. Всем привет! Батуха! Батуха! Вот у нас. Да, теперь это все Вероника. Я батуха Барбуха. А мы вообще здоровались. Вообще, да, Илья, представьте, здоровались. О, пока вообще! Теперь придется на следующей неделе ползти разбираться, почему у нас пришла двойная. Я же ничего не нравится разбираться. Ну, ты сейчас сидишь. А следующий месяц тебе вообще за два месяца. Следующий пойдешь разбираться. Ну, если придет, сразу посмотреть и все. Я-то не смотрел, потому что. А, ну да. Она пришла до недели три назад. Не три, а. Не три. Недели две назад пришла квитанция, наверное. Мы можем заплатили на один день, два месяца. Ну, может, поэтому и не прошла квитанция из-за этого. Ну ладно. Посмотрим, что будет в следующем месяце. Сейчас мы высчитываем все вручную. Ты не учишь, что ты занимаешься, ты? Поэтому. Илья, это что такое? Это остается. Я что попросила сделать? Убраться. Убраться. Не вижу результата. Вероника, все свои туфли сложи, пожалуйста, в шкаф. Все валяется по одной туфле. Там одна, там одна, там одна. Где должно все быть? Там. Вот туда все и убирай. Готово. У меня уже суп. Суп у меня получился. Сейчас будет очень много мяса. Я попробовала его. Просто на вкус обалденный. В итоге я сделала цветную капусту. Как вы видели, я обжаривала вместе с луком. Далее добавила с картошки немножечко риса. И укроп также пережарила вместе с луком и с капустой. В итоге получилось вот такое сочетание. И на вкус просто, не знаю, мне очень-очень понравилось. Никогда я думала, что у меня получится, когда я это все добавляла. Я думаю, господи, это же будет какой-то кошмар. И цветная капуста, и рис, в принципе. По факту рисовый суп с добавлением цветной капусты. Но получилось очень обалденно. И то, что я обжарила на сливочном масле, дал, естественно, свой вкус. Потому очень-очень-очень вкусно получилось. Сейчас будет, я буду кушать, детки сказали потом, попозже немножко. Вышли мы с детьми на улицу сегодня, мы опять без дневного сна. Девочки, я тут лею. Иди, твоя, аккуратно, только не упади. Там твоя Лера тебя ждет, да. Мальчишки наши уже впереди пошли играться. Договорились с мамочкой нашей группы садика. Они тут рядом с нами живут, пойти вместе погулять. О, держите навстречу, встречать. Подружки-хохотушки. Так, ну что, мы гуляем на улице. Мальчики наши гуляют там, на стадионе. Они там строят какую-то новую подкопу, делают. Сюда, там, прибегали на горку. А мы пришли на горку. Ну, на горку. Ну да, на горку. Сюда во двор рядом с нашим домом. С Памой, с Янкой, с Лерой своей, да. Лера же пошла домой переодеваться. Насквозь мокрая, потому что умудрилась упасть сильно в лужу. А Веронике что же приспичило? Сразу мама мне туалет захотела. Мы идем в туалет. И хочу именно к Лере в туалет, а не к нам, хотя мы живем в двух шагах от этого. Мама, потому что будем обратно куда бегать? Это правда, поэтому можно идти к Лере домой, да? Ой, да ты что, любимая и красивая твоя Лера. Пошли скорее, они живут в этом доме, получается, рядом с вами прямо. Да не пришли, в гости тоже заскочили, пришли. Кто это? Тефа. Ты Лефа. Киса. Киска. Бойца. Вот так вот, нежданно, негаданно мы с ним попали в гости. Да? Мальчики у нас пришли тоже, чай попили, ушли на улицу гулять. Сейчас опять пришли к нам. Ну, точнее, мы уже в подъезд собирались. Пошли. Ну, детей вышли на улицу гулять. Это ее дом. Да. А сейчас уже посмотрите нашу постройку. Ну пойдем, что мы там наделали, да пойдемте уже домой. Наш папа сегодня опять филонит. Точнее, не филонит, не знаю. Вроде он собирается на работу идти, но уже. А. Не, ну, посмотри. Не к 7, как обычно, к 8 вроде как, не знаю. Я толком его не поняла. Он позвонил, сказал. Что? Сейчас прям посмотрим. Пойдем. Птички поют так хорошо на улице. Дома, папа, дома ушел. А это, короче, 6 уже? Да, наверное. Пошли.
Вот это у вас здесь окопы. Вы нас строили. Ну зато нас тут не видно. Ну да, вот если оттуда идешь, то вас вообще здесь не видно вас. Молодцы, вырыли. Если что, мы не вот так вот ходим больше, нас так видно, и не вот так не видно, а вот так видно. Ну, мы же это делали для войны. Вот у вас здесь война, да? Ой, Вероника, ой. И вот она, место для лопат. Пойдемте домой. Мама сегодня день профилонила, вообще ничего толком не делала. Толком не делала. Только суп сварила, единственное, что. И это наши флаги. Да, а это ваши флаги? Это мы пометили места, где нас можно найти. Я поняла. Пойдемте. Да, теперь вечер за вечер надо все дела поделать. Папа соскучился по доче. Пока доча гуляла по гостям, да по улице, на улице. Вас могут решили пойти на работу к 8 часам. То есть 10 по снова выйти из дома. Так, ну что, вас, Вероника, пришли домой? А мальчишки наши домой не рвутся особо. Ты поела? Киса-мурыса. Папа покормил. Ну, вон они играют вдвоем. Прям на улице такая чудесная погода. Прям так здорово, так классно. Ой, прям весна. Мальчики! Да, они все не слышат, не кричи, мальчики. Я не захотела, чтобы тебя из дома услышали. Мальчики! Да ты что ты кричишь? Она тебя не слышит, Вероника. Мама уже оглохла. Окопы роют мальчики. Хочу есть. Ей захотела? Да. Что ты мне скоро ужинать? Так, ну что, у нас уже вечер. Мы проводили Сережу на работу. И сразу занялась уборкой. То есть, в принципе, на той неделе мы полностью убирались, все вытаскивали, все доставали, все промывали, все отодвигали. Поэтому сегодня мы обошлись только, я пропылесосила, помыла полы. И Владик с детками помогали мне, успокаивайся, протерли пыль. С комнаты я весь зал протерла. Помыла обувь, все убрала. Сантехнику я почистила вчера еще, туалет и ванну, потому что... Как меняла кошки туалет и все почистила. Вот это иди спать. Давай-ка мы кушать. Ку-ку, спать она собралась. Да, спать захотела. Сейчас будем кушать и спать. Все, Вероника. Пока с Лерой начально. Пока не дам. С Лерой набегались, напрыгались. Тем более мы сегодня без дневного сна получилось. Так что пошли гулять. Поэтому, соответственно, с Лерой... А мы идем... Там темно, там ничего не видно. Илья. Это ты в окно видишь, а через камеру там не видно будет. Отварила детям макарон на ужин, быстренько порезала колбасу, обжарила вместе с колбасой и с яйцом. Она просто чисто на быструю руку. Сегодня мне лень что-либо готовить вообще. Вероника, давайте за стол кушать. Все, ротик открывай, когда зеваешь. Давай быстренько кушать и ложиться спать. Так, ну что, я кладу детей спать, сейчас они там читают сказку в комнате. Вчера мы забыли вам снять вот такой диплом, Владик привез, вчера мы не учились, детки наши, они ездили, у нас был в ДК концерт, там выступали дети, различные коллективы, концерт был посвящен тому, что, короче, самым читающим классам, типа такого, и вот вручали такие вот дипломы за лучшую работу, Скапину Владиславу за участие в проекте «Живая вода». Вот, ну, конечно, поздравление такое. И вчера у них была торжественная часть, где их поздравляли, где им вручали все. Был концерт для детей. Очень приятно и очень-очень здорово. У нас сразу его повесили. Причем повесил у нас очень интересный его Ильюша наклей. Додумался, Вадик пихнул его сюда, а Илья его присобачил наклей. Но теперь он такой обычный, поэтому легко отойдет. Но отрывать мы его не будем пока. Вчера хотела еще показать, короче, в итоге забыли про него. Точнее, не забыли, а я сейчас сниму и все. У нас там Муся под кроватью бушует.